Всем привет, с вами я, Стив, и сегодня у нас такая вот новая теория насчет Undertale. Ну да, я уже делал теорию насчет Соника и только что, ну ладно, два видео в день, это уже, наверное, перебор. Ну, когда я посмотрел все эти теории про Папайруса, Санса и Гастера, то у меня просто появился такой вопрос. Вот кто это вообще смотрит? Вот где факты? Где? Я вам скажу. Кто эти такие? Поехали. Ну да, Гастер и Санс. Гастер, Санс и Папайрус — это скелет. Бадум. Плохая шутка. Извини, что не подумала. Возможно, что... Ну, они были на поверхности и... Ну, они были из-за монстра. Люди этого не одобряли, и они просто этих троих убили и столкнули тела в подземелье. И а души не смогли побороться. Их воскресили. Непонятно как, но с помощью магии. И они стали этими королевскими учеными. Кастер сделал ядро, и он долбал. Санс и Папайрус пытались его спасти, но слишком поздно. И ядро разорвало его, и его сознание переместилось в измерение, которое называется пустота. И та комната, которая откроется, если память. Ставим на 666, на 66 или 666. Это и есть та самая амая пустота. И последователи Гастера, Санс и Папайрус, мы пытались сделать машину, которая вернет его назад. Ну, то есть портал в эту самую пустоту. Но непонятно, но она почему-то не работала. Непонятно почему. Они трудились, ничего не вышло. И вот та вот машина в темной комнате, которая похожа на Никола Сванзера, это и есть та самая машина за шторой. И есть самый портал пустоту. Ну, то есть, та темная комната — это начало пустоту, а толком с дверями — это конец пустоты. И Санс и Папайрус, пусть да, Санс и Папайрус были братьями, а тем не так. Ну, они забросили работу ученых и сделали Альфис на замену, и последователь Гастера тоже где-то исчезли. А вот Санс и Папайрус просто никуда не исчезали. Наверное, моя теория неправдивая, и я просто позорю весь фэндом Undertale, но, ребят, если вы согласны со мной, то поддержите меня лайком. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!